Всем привет, мои хорошие, с вами Акемери, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. И сегодня у нас с вами два сочнейших, просто обалденнейших бургера. Я заказывала в разных местах, но эта доставка меня устраивает прямо на 100%. Они настолько быстро доставляют, что я не успеваю даже накраситься. Пока я крашусь, у меня уже бургеры во дворе. Вот такой вот сочный. Давай посмотрим, что внутри. Здесь такая котлета мясная. Здесь помидорка. Огурчик, оказывается, соленый. А еще здесь грибы. Немного совсем грибов. В общем, мне очень нравится соус. Он такой, знаете, чесночно-майонезный, что ли. Это прям нечто. Сегодня утром у нас не было воды дома. И пришлось умываться, мыть посуду и все дела питьевой водой. Это жутко неудобно. Обожаю бургеры. Особенно такие сочные. Смотрите, течет прям все. Один раз заказала из другой доставки. Так пришли холодные. Ужас какой-то. А здесь все завернуто в фольгу. Все-таки конкуренция растет реально. Несмотря на коронавирус, на сложное экономическое положение, я смотрю, открываются все новые и новые доставки. И в каких-то вещах они, например, легко могут ускакать своих конкурентов. Это нечто. Вчера заснула в 4. Не спалось. Вот не знаю почему. Вроде вчера не так поздно встала, но все равно заснуть не могла. Порядок делала туда-сюда, видео смонтировала. В последнее время я какая-то несобранная. Здесь внутри как будто еще что-то есть. Капустка. Непонятное что там. Но самое главное, вкусно. Мне немного в Макдональдсе не нравится, что булка слегка такая сладковатая. Я когда в первый раз попробовала Макдональдс, мне это сразу не понравилось. Мне не понравилось, что именно булка, она сладкая. Здесь такого нету. Вкусно. Когда я была где-то, наверное, на первом курсе, мы ходили по ресторанам, и я смотрела, что
Ой, да, в ресторанах. Какие продажи, сколько клиентов, сколько они зарабатывают, какой интересный бизнес, не знаю. Реально очень интересная работа, и у меня как бы внутри как бы меня была такая мечта, можно сказать. Я думала, когда-нибудь у меня будет свой ресторан. Позже я познакомилась с хозяйкой Burger Station. Я узнала вот эту всю кухню изнутри. Насколько это сложно, ребята. Так много тонкостей, так много документации. Вот ты откроешь, например, магазин одежды, легко. А вот что касается именно еды, там столько всяких бумажек, столько проверок постоянно приходит. У них даже все продукты всегда были с наклеечкой. То есть приготовлено во столько-то, столько-то. Срок хранения столько-то, столько-то. То есть любая деятельность со стороны может казаться очень простой. Но когда ты начинаешь заниматься этим сам, у меня, например, двоюродный брат, он решил открыть не то что кофейню, я не знаю, как по-русски это сказать, наверное, в России уже тоже есть, да, чайхана, в общем, где парни приходят, там пьют чай, играют в нарды, в общем, такое небольшое заведение. И опять же, я была в шоке над тем, что сколько мороки. Сколько времени потрачено на этот бизнес. Поработал где-то полгода и закрылся, хотя они открывались с другом. Мы тоже пару раз ехали туда, чтобы его поддержать и все дела. Но мне кажется, если брать все эти салоны красоты, магазин одежды, магазины косметики, мне кажется, самое сложное это все-таки ресторан. И сейчас у меня даже нету мысли. Многие мне, например, пишут: Айка, ты фуд-блогер. Ты же можешь что-то открыть. Мне предлагали открыть ресторан, то есть 50 на 50. Там были инвесторы, и я была, ну, типа, хозяйка ресторана и все дела. Я просто поняла, что мне оно не надо. Мне кажется, если человек суется во все отрасли, то это, как правило, бывает не очень качественно. То есть либо я YouTube заброшу, либо эту деятельность я всегда поражаюсь людям, например, как Ольга Бузова, она и пишет книги, не знаю, открывает рестораны, актриса, певица, телеведущая, писательница, читательница, вот все она и все делает хорошо, у нее все получается, все идет только вперед. А мне не так, стоит мне хоть немножечко отвлечься. Все, дела будут идти через одно место. Например, мне очень тяжело совмещать работу
и блогинг. Мне кайфа больше приносит, конечно же, блогинг, но деньги и стабильность – это, конечно, работа. Сегодня ты снимаешь мукбанки, завтра мукбанки не актуальны. А что есть завтра, непонятно. Поэтому я продолжаю работать. Стараюсь и там, и здесь максимум успевать, но когда ты прям вся посвящена работе, у тебя не остается времени на развлечения. Я не помню, когда последний раз я смотрела какой-то сериал. Ну, кроме «Дома 2». И то «Дом 2», знаете, у меня на фоне. Вот я, например, крашусь, я включаю «Дом 2». Я даже не смотрю, я просто слушаю, как радио. И то это просто нарезки. Вот когда я буду на пенсии, я пересмотрю все свои сериалы. Вот мне иногда просто интересно, например, все блогеры моего возраста, когда нам будет по 90 лет, вот что тогда будет? Мы тоже будем снимать видео и привлекать пожилую аудиторию, которой нечем заняться, которая на пенсии и просто сидит и смотрит ютубчик. Бабушка рассказывает, что у них в детстве не было телевизоров. Даже часы были не у всех дома. То есть у особо таких, знаете, богатых, олигархов были дома часы. И мне всегда к бабушке один вопрос. Вы каждое утро шли в школу. Вот представьте, заходишь в класс, и учительница говорит: «А почему ты не пришел на первый урок?» А ты такой говоришь: «Так у меня дома часов нету». Как мне понять, что сколько время? Прикольно же. Просто во время урока каждый врывается в кабинет и садится. У меня тоже часов нету, и у меня часов нет. Откуда мне знать, сколько время? Бабушка рассказывала, что ее младшего брата отправляли к соседу спросить время. И он приходил через полчаса и говорил: время 6. Хотя уже было, наверное, 6:30, пока он дошел до дома от того соседа, который олигарх, который живет вот где-то там. Понимаете? Когда понимаешь, как отличалось детство, например, моей бабушки и мое, становится интересно. А что будет, когда мне будет 90 лет? Мне кажется, тогда все перейдут на онлайн-обучение, онлайн-работу. Никто не будет ни с кем контактировать. Единственное, что было радио. И были телефоны на почтах. Сейчас я начну, а в каком веке жила твоя бабушка? Моя бабушка жила в деревне. Возможно, это все было в городах, но не в деревнях. Ну, это, мне кажется, очень забавно. Идешь в школу,
Почему ты так поздно? А я только встал. В России всегда замечала, что яблочный сок какого-то желтого цвета. И меня всегда смущало это. Почему яблочный сок желтый в России? А повзрослев, я поняла, что внутри-то яблоко не зеленое. На этом все, ребятки. Было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем желаю приятного аппетита, удачного дня. Пока.